Глава Чувашии подписал указ о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении на территории республики выборов депутатов Госдумы и Государственного совета Чувашии. Напомним, голосование пройдет 18 сентября 2016 года. Документ определяет, какие мероприятия предстоит выполнить органам власти, задействованным в подготовке и проведении единого дня голосования. В минувшую субботу по всей стране, в том числе и в Чувашии, прошли первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России» на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Социальная политика стала основной темой развернувшейся дискуссии. За две минуты каждый участник постарался представить свое видение решения проблем в области образования, здравоохранения, поддержки малоимущей категории граждан. Кроме того, кандидаты ответили на вопросы группы поддержки других претендентов. Кто-то сделал ставку на привлечение финансовых средств Чувашии, кому-то близка тема формирования доступной среды и инклюзивного обучения. Говорили также о проблемах пенсионеров, доступном образовании для сельских жителей. Участники дебатов подписали соглашение, в котором обязались вести открытую, честную предвыборную борьбу. Зарегистрировалось очень много участников, причем интересных, амбициозных, деятельных, которые каждый в своей сфере профессионал. У каждого есть свое преимущество, и об этих преимуществах сегодня каждый стремился заявить. Дискуссии на злободневные темы будут продолжены по выходным дням вплоть до 15 мая, а 22 мая пройдет само предварительное голосование. По их результатам и определят кандидаты, которые примут участие в выборах в Государственную Думу России.